мой новый хип-хоп. Такие люди, как Алексей Пчелкин, меня вдохновляют. Они меня на новый проект благословят. MC Denison сейчас будет читать рэп прямо в ваше резон. Ваш старый по телефону. Газету почитай, дробь ты сосчитай. Начиная свой интернет-обзор, чтобы расширился ваш исторический кругозор. Не запачку я своим интернет-фильмом ваш монитор. Это новый проект Rap Time Обзор 8 августа 2008 года. Стало страшно, везде мой друг, были опасно. Выпилим на очи, это грузины разъебали наших миротворцев, мужики. И вновь война, и вновь кровью будут литься наши мирные дома. Пошли на штурм мирного города, они тогда с крестом, с фашистским нечистом. Тогда горели остинские села, гранату закидывали грузинами, вот и все дела. Под град попал наш отряд, Саакашвили был этому крайне рад. Нашивки у них ценные были, это для каждого рэпера ценно, мой друг, пойми. И взмолился афитинский народ: Россия, помоги! Россия, на помощь к нам приди! И в частях объявлена тревога. Решение верхах, идет скинвал, наша подмога. Надеваю свою шинель, российский солдат двинулся через русские тоннели. Олимпиаду в Пекине я не посмотрю, я лучше к вам миротворцы на подмогу приду. Погрузили патроны, будут грузинские теперь похороны. Так думал Денис, мой кореш, не мой. Прикрывал тем своим журналиста путинского пропагандиста, а не какого-нибудь связного. Медаль он получил, но в гробе вот террас. Это отхинвал, брат. Вот смерть была ветчинова. Колонны первые грузины разъебали, но в Дагестане буки наши подогнали. И по их хваленым носам понадавали, горе теперь наш. Это грузинская блажь, это Red Time, он тоже ваш. Пришло время мне домой, извините, друзья, за мной!